Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у мене в гостях Дмитро Василець, відомий блогер, відомий журналіст. Вітаю тебе у нас в студії. Всім привіт. Рад тебе бачити, як твої справи, що нового. А нового у тебе нова передача. Я хотів би, щоб ти нашим телеглядачам розповів трохи про передачу «Хто за нами стежить». Ну, в общем, если ты имеешь в виду программу «Кто за нами следит», то да, это, конечно, классная программа, потому что у нас вот объективно вот не хватает времени, чтобы вот понять, а что говорят про нас, про Украину, про процессы, которые происходят в Украине за границей. Тобто рівень підтримки, ти хочеш ну, сказати? Ну, не совсем. Я думаю, що він здесь... високий, нам кажуть, а ти кажеш, що він ще вищий. Я думаю, да. І люди, я думаю, які посмотрят эту програму, вони будуть эту воочию наблюдати. Потому що, к сожалению, в Україні всі вот эти годы є цензура. И... А вот за границей ее нет, и поэтому за границей снимают больше документальных фильмов про нашу украинскую действительность. И это очень интересно разбирать эти фильмы и объяснять, почему именно там снимают такие фильмы про Украину, а там в другой стране другие фильмы про Украину. И здесь вот мы с экспертами в студии будем как раз обсуждать вот все вот эти темы. И, кстати, уже несколько выпусков вышло, поэтому на телеканал, вернее, на YouTube-канале КРТ можно, в принципе, ознакомиться уже с первыми выпусками. Я думаю, что многим будет очень интересно. Ну, скажи, будь ласка, твоє враження. Ну, в принципі, велика різниця, да, між тим, що за кордоном про нас кажуть, і те, що ми про себе кажемо. Тобто, ну, це з чим пов'язано? Може, вони щось додумовують, а ми... Ну, якщо от брати чисто от алегорії і от на порівнянні, от якщо нам кажуть, що ця стіна біла, то за границею періодично кажуть, що ні, ця стіна чорна. І вона дійсно чорна, просто у нас в Україні заборонено говорити, що стіна чорна. І от, якби, і тут є от ця от ключова необхідність такої передачі. От, щоб у нас в Україні от була от чітка і об'єктивна картина відбуваючого. І во многом тут нам можуть допомогти фільми, які которые про нас снимают за границей. Зрозуміло. Тобто, друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на наш канал і переглядайте передачу, як вона називається? Хто за нами слідить? Стежить. Да. Саме так і називається ця передача. Давайте перейдемо, ну, перейдемо до наступної теми. Слава Богу, до нас повернувся наш п'ятий президент Петро Олексійович Порошенко. Ми дуже турбувалися за нього, тому що він знаходився з 8 березня, він зробив подарунок всім жінкам, які за нього не голосували, і він полетів до Іспанії. В Іспанії він трошечки відпочив, але, на жаль, я впевнений, що він дуже прагнув приїхати вчасно, але він не встиг приїхати під час виклику в ДБР. Тобто він запізнився і вчора повернувся до України. В ДБР він не зміг потрапити, от, повернувся з Іспанії. Іспанія – це зараз четверта країна після Китаю, Італії, Ірану, от іде Іспанія, по кількості людей, які захворіли коронавірусом. І в мене таке питання, чому Петра Олексійовича не поставив, ну, він не потрапив на карантин? Просто я от дивлюся, він не потрапив на карантин, він не потрапив в ДБР, він не потрапив на крісло президента України. Такий не потрапляємо людина просто. Знаєте, колобок, і від дідушки ушов, і від бабушки ушов, і так далі. Тобто, якщо от ми об'єктивно посмотримо на ситуацію, то тут потрібно розуміти, чого більше всього боїться наш... Это самый главный вот мародер и коррупционер страны, это Петр Алексеевич Порошенко, по моему убеждению. Это ваша субъективная думка. Ну, конечно, да, а как по-другому. И здесь прокуратура вот... с вами не погодится, как вы бачите, уже вот здесь вот как раз вот именно почему прокуратура со мной не согласится, потому что вот как мы видим, бывший генеральный прокурор просто чисто вот покрывал и не подписывал подозрения Порошенко, хотя фактов и доказательств его вины очень много. И вот очень классно видно вот на этой ситуации, чего Порошенко боится больше. Какого-то коронавируса у себя на вилле в Испании, собственно, купил за деньги, которые, конечно же, не доплатил в украинский бюджет. Ну и фактически там много где украл. То понимаете, в чем дело? То есть мы видим, что наш президент, бывший, боится вируса больше, чем нашей генеральной прокуратуры. И вот опять же, если вот мы посмотрим, а почему так произошло, опять же мы возвращаемся к генпрокурору и к реакции, которая произошла вот на увольнение генерального прокурора. Если мы посмотрим
что было после того, как генерального прокурора уволили, мы наблюдаем, как сразу послы стран G7 поехали в Полтаву. В Полтаву поехали послы G7. Ну, то есть, как бы, где послы G7, а где Полтава? И вообще, знают ли послы G7 о существовании теперь такого знает города, как Полтава? Да, и несмотря на это, они взяли ноги в руки, свои очень дорогие ноги, свои очень дорогие руки, и поехали прямо в Полтаву после этого вот отставки генерального прокурора, и начали требовать, я так полагаю, Зеленского объяснений, что же происходит, как это так, почему генерального прокурора уволили. А уволили конкретно потому, что не было фактически никаких дел. И когда вот мы видим такую реакцию, мы объективно понимаем, кто давал Петру Алексеевичу гарантии безопасности. Собственно, те же самые люди, которые поехали в Полтаву и начали объяснять Зеленскому, что что-то делать нельзя. Например, нельзя уволить Гончарука, потому что он бездельник. Нельзя уволить Рябошапку, потому что он бездельник. То есть это те люди, которые стоят... Или те силы, которые стоят за всеми этими процессами, и мы объективно тоже понимаем, наблюдая всю эту ситуацию, что, по сути, гарантии безопасности дали Петру Алексеевичу как раз вот с наших вот западных стран, западных партнеров, как их там правильно называют, наших любых друзей. Да, и вот это получается, вот эти люби-друзи как раз и гарантировали Петру Алексеевичу о том, что, дружище, да ты можешь нарушать закон сколько угодно, грабь, убивая, насилуй, мародерствуй, все будет нормально, тебя никто не тронет, давай. И да, это он давал на протяжении всей своей президентской каденции, и, к сожалению, мы объективно стали вот свидетелями и теми людьми, которые на себе это ощутили. И политические репрессии, и мародерство, и коррупцию. То есть абсолютный беспредел. И вот я очень надеюсь, что новый генеральный прокурор, которого мы, я надеюсь, скоро будем лицезреть по делам, он нам все-таки своими действиями, я думаю, что это будет в течение недели-двух видно, даст понять, что на кого он работает. Либо это будут заграничные там западные страны, либо народ Украины. Если народ Украины, тогда мы увидим уже подписанное подозрение, которое уже ждет Петра Алексеевича, и Петр Алексеевич отправится в суд на то, чтобы ему избрали наконец-то уже меру пресечения, и он оказался там, где уже давно он должен быть. Дмитро, ну, тобто ти віриш в те, що в принципі може прийти такий прокурор, який, ну, почне, як пан президент казав там у Верховній Раді, от останній раз, коли вона збиралася, він казав: хлопці, вже весна почалася, я вам календар там подарую, от, так що давайте працюйте. Тобто, ти віриш, що буде, ну, далі це рухатись? Просто я чому це запитую, тому що нещодавно тут була Світлана Крюкова, і вона вирішила зі мною поспорити. Тобто, я вірю, що пан президент, якщо сказав, значить так і буде. А вона не вірить. Каже, що вже ця система, вона таким чином побудована, що, в принципі, прийде приблизно такий же самий прокурор, як пан Рябошапка. Здесь просто нужно обратить внимание, что сам фигурант уголовных дел Петр Алексеевич, он просто регулярно просит правоохранительные органы арестовать его. Он просто выходит на трибуны, там, пишет в Фейсбуке там, и так далее, и прямо требует, чтобы его арестовали. Потому что, ну, все мы же помним, что он выступает очень вот против Минских соглашений. Он говорит о том, что ни в коем случае нельзя их выполнять, потому что это государственное преступление, это сдача интересов государства Украины. Он выводит свои эти хороводы вот этих бомжей, парохоботов под там разные стены, то Верховной Рады, то Офиса Президента, то на Майдан выводит. Выводит своих вот этих персонажей, которых он держит на зарплате, и эти все персонажи синхронно с ним начинают возмущаться и говорят: блин, как же так? Как мы можем Зеленскому простить то, что он берет гад и выполняет вот эти Минские соглашения? И при этом всем, как бы, мы же понимаем, что кто эти Минские соглашения подписывал, кто там ставил росписи под всеми теми вот этими зрадами, которые сейчас вот транслируют его парохоботы. И он в частности. И мы объективно понимаем, что если вот перевести на нормальный человеческий язык, то Петр Алексеевич сам просто требует и просит, говорит: друзья, а почему прокуратура не занимается моими уголовными делами? Почему я не сижу за то, что предал украинские национальные интересы? Почему я сдал Крым? Нормальная держава, почему прислуховываться своих... Конечно. Я думаю, что вот просто Украина — это уникальная страна, в которой фактически преступники... Для того, чтобы их посадили, они просто умолять должны прокуратуру, чтобы их посадили. А уже прокуратура делает вид такой: ну, если вот хорошо умолять, тогда посадим.
преступника. А если плохо умаляет, ну, тогда не будем. Но эта ситуация, она характерна чем? Что если преступник, например, олигарх, у него много денег, там много влияния и так далее, тогда эта ситуация работает. То есть это если очень богатые люди, то, знаешь, у нас в Украине есть как бы народ и олигархи. Вот если это касается олигархов, тогда да, олигархам нужно как раз вот именно просить, умолять, чтобы их посадили, и тогда возможно. Если сложатся звезды, если там западных стран нам дадут добро на это дело, ну потому что колония, знаете, она и в Африке колония. И здесь вот мы объективно приходим к мысли, что вот если бы это вот было со стороны народа, кто-то, вы знаете, вот раса совершил какое-то преступление, конечно же, и бы его посадили. Курочку в крах. Да, а вот а если это касается, например, уже наших небожителей, вот тогда уже, вот тут сложнее, тогда небожителям, как мы уже видим на практике конкретно ситуации с Порошенко, что он просто умолять должен, щоб його посадили. По-другому поки не виходить. Бачите, дорогі друзі, тобто для того, щоб не потрапити в тюрму, треба красти мільйонами. От. Ну, я такий висновок зробив. Чи ви щось інше маєте? Це об'єктивно так. І тоді я можу додати, тоді вас точно не посадять. А якщо захотять посадити, вам потрібно буде дуже сильно умоляти і дуже сильно настаивать, щоб це произошло. Іначе вам скажуть, дружище, ну подожди. Ну, унижаться. Придеться унижаться для того, щоб посадили в тюрму. Ну, зараз хотілося б до іншої такої теми перейти. Ну, ми вже її трошечки зачепили, це коронавірус. Тобто зараз те, що я бачу, ну, я міг би назвати одним словом паніка. Тобто ми можемо зайти в аптеку, не знайти якісь антисептики, ми можемо знов зайти в ту ж саму аптеку, не знайти маски. І, в принципі, люди так трохи-трохи панікують, закуповують різні речі, там, туалетний папір, я не знаю, чому саме туалетний папір. Хоча... Може, якщо поживу десь тиждень без нього, то зрозумію, чому туалетний папір. Твоє ставлення – це оправдана паніка чи це трохи надумано? На твою думку, особисто. Ну, смотрите, в любом случае, коронавірус – це біда. Беда для всего мира, потому что вот, ну, действительно люди от него умирают, там, болезни и все остальное, это очень плохо. Но знаете, вот я уже вот в своей жизни вот всегда самую плохую ситуацию рассматриваю всегда с позитивной какой-то стороны. Я стараюсь искать позитив в самой-самой негативной ситуации, в том числе и коронавирус. Если мы вот сейчас отбросим негатив и будем концентрироваться на позитиве, дуже хочется, я думаю, что да, да, в обществе это просто необходимо, то мне кажется, и объективно так получается, что коронавирус у нас в Украине – это проукраинская сила. Ну, вот, так, так, давай. Это может звучать дико, но обратите внимание, что вот у нас была реформа Супрун. Я говорю «была», потому что с 1 апреля должны были закрыть 30% всех больниц и оставить только так называемые опорные больницы. А все мы же знаем, что как бы медики всех выгоняют на улицу. Да что ты опорные больницы? Опорные пункты просто оставят и все. И мы объективно понимаем, что с учетом пандемии, с учетом коронавируса и так далее, никто закрывать больницы не будет. И найдут деньги, и будут выплачивать зарплаты. Еще, скорее всего, даже увеличат количество больниц. Я уже улавливаю, так, разумею. Здесь получается как, что вот медреформу Супрун не мог остановить никто. Ни там оппозиционные какие-то партии, ни там, не знаю, там наводнения, штормы, ураганы, там отсутствие денег в бюджете. В общем, ничего не могло остановить, собственно, вот эту медицинскую реформу с вот этой вот бабой с косой, непонятной внешностью по фамилии Супрун. И вот, и тут бац, пришел коронавирус. Вот пришла сила, непреодолимая фактически, которая говорит, знаете что, друзья, ваши реформы, конечно, это самое, вы там что-то делаете, но ну, не будет так, как вы хотите, потому что вот, вот будет вот так, и ни одной больницы не закроют. И фактически так, мы наблюдаем, что это фактически плюс. А еще плюсы есть? Если мы идем дальше, мы смотрим на ситуацию с голосованием за продажу украинской земли. Фактически вот все говорят о том, что вот Верховная Рада будет, несмотря ни на что, голосовать за рынок земли. Коронавирус тих, кто будет голосовать за, він на них стрибнет, и вони не зможуть. Здесь просто мы наблюдаем ситуацию, как Верховная Рада фактически до 3 апреля будет блокирована, и она не сможет принимать решения в отношении рынка земли. То есть она не сможет рассматривать поправки, которые нужно рассмотреть для того, чтобы подойти к голосованию во втором чтении за этот закон. А здесь, опять же, мы наблюдаем, что
Раньше нам рассказывали, что все, это с Господом Богом согласовано, там, с Ротшильдом, Рокфеллером, там, кем еще там только не согласовали, что вот все решено. Зеленский это все благословил, депутаты уже получили, я так понимаю, там, задаток за нужное то, чтобы они кнопочку зеленую нажали, и вроде как бы все хорошо. Вроде вот все, вот ничего не могло остановить вот этот вот абсолютно антиукраинский подход к реализации или там к обслуживанию или фактически владению нашей украинской земли. Но пришел коронавирус и говорит, друзья, что вы там хотели, там закон о рынке земли принять? Так не будет. И сейчас мы видим, что вот эта сила фактически заблокировала решение по рынку земли. И до 3 апреля, опять же, заседания будут только в комитетах, но не в Верховной Раде. А вот, ну вот действительно, а что могло помешать вот этому процессу? Я не представляю. Но пришел коронавирус, и говорит, друзья, ну, при всем уважении, наш, да? До свидания. Ну, то есть, если вот посмотреть на эти нюансы, именно с юмористической точки зрения, да, это действительно вот те позитивные процессы, которые происходят. А если брать вот еще какие позитивные процессы могут происходить, то, вы знаете, вот можно посмотреть на Китай. Китай коммунистический, Китай, который мобилизировал свое общество для того, чтобы бороться с этим коронавирусом. Если мы возьмем нашу Украину, мы тоже, по идее, когда у нас была коммунистическая партия, могли бы каким-то образом мобилизироваться примерно по похожему сценарию. Сейчас у нас есть возможность мобилизироваться. Сейчас мы можем наблюдать, как Украина может мобилизироваться, когда есть реальная угроза. И здесь очень важно понимать качество всего этого дела. На нем засорять. Здесь вопрос, а сможет ли она вообще конструктивно и качественно противостоять подобной угрозе? Потому что раньше мы могли. А сейчас как это будет? Как изменились люди? Как изменилась ментальность людей? Если раньше мы были хлебосольным, добродушным народом, которые стояли друг за друга, то сейчас, вот уже за годы независимости, уже в основном мы себя воспринимаем как человек-человеку-волк, а не человек-человеку-брат и друг. И это объективно, к сожалению, так, потому что у нас очень сильно увеличился вот такой вот именно разрыв именно в восприятии. То есть мы уже воспринимаем человека больше с негативом стороны, что человек якобы там где-то что-то хочет там обмануть или что-то нехорошее сделать. Раньше такого не было. Раньше мы могли быстрее мобилизироваться. И мы могли стать плечо к плечу. Сейчас как это будет? Я почему-то уверен, что будет совсем не так, как было раньше. И мы на себе ощутим все негативные последствия вот такого кардинального изменения системы, и мы увидим это на практике. Это самое важное для того, чтобы мы смогли сделать выводы. То есть, мы зараз говоримо про безпосередньо стосунки між людьми. А так ми маємо ще звернути увагу на економічні наслідки, які можуть зараз відбутися, тому що, дивись, закриваються школи, дитячі садочки, люди, тобто, яким нема куди дітей діти, вони мають їх забрати з собою, тобто вони і на роботі не можуть попрацювати, та й вдома вони не відпочинуть. Тобто зачиняються кінотеатри різні, тобто інфраструктура вона заморожується. І враховуючи те, що у нас в нашій країні, ну відверто кажучи, не дуже такий стан економічний, не дуже гарний, то це може вплинути ще більш негативно. Здесь, я думаю, нужно опять же нам, українцям, сравнить, как вот было бы раньше и как сейчас, как борются с коронавирусом в Америке, в Европе и как борются у нас. Ну, поки ще є те, що я бачив, там борьба за туалетний папір. Какая роль государства там? И вот в Европе, в Америке и у нас. Все мы видим, что Федеральная резервная система сделала эмиссию. То есть напечатала еще 170 миллиардов долларов. Ну вот для того, чтобы, знаете, там рынки поддержать, чтобы они не сильно падали и так далее. Мы видим в Европе, как выделяются также миллиарды евро для того, чтобы эту ситуацию как-то изменить. Для того, чтобы ситуацию направить в какое-то позитивное русло и компенсировать как-то те негативные последствия для экономики, которые, безусловно, будут, потому что приходится выключать целые сектора экономики, там ресторанный бизнес, там туристический бизнес. Но это вот объективно негативные процессы. Там борются как? Там просто берут и печатают деньги для того, чтобы закрывать эти потребности. У нас никто не печатает. У нас делают вид, что, друзья, вы как-то сами справляетесь со своими делами, потому что
Ну, потому что. Ну, я, наприклад... На слове «потому что» – точка. Я, наприклад, чув, що президент Сполучених Штатів Америки взагалі сказав, що оці три місяці, ну, вони будуть... вільними для оподаткування. Тобто податки не треба буде платити тим людям, які будуть, ну, да, ми видим ряд шагов от стран, которые суверенны, которые могут принимать решения, абсолютно нормальные, адекватные действия, в том числе и от Китая. А когда у нас происходит ситуация аналогичная, мы видим абсолютно неконструктивную позицию нашего государства. И что мы видим? Мы видим, как Андрей Портнов, он собирает деньги, сам скидывается деньгами для того, чтобы хоть как-то решить эту ситуацию. Мы видим, как у нас фактически вот элита, там, представители общественного мнения, там, лидеры общественного мнения, они на уровне вот своем коммуницируются, а государство действует как-то более отстраненно, более просто чисто вот, знаете, вот репрессивными методами, просто вот все запретить, все это самое заблокировать. А как люди будут выживать, что дальше? Вот оно, конечно же, об этом забывает сказать. И вот сколько денег и откуда вот оно, деньги эти возьмутся для того, чтобы закрывать те же, например, возросшие затраты по медицине, в тех же больницах, в тех же закупках лекарств и так далее. И фактически, если мы посмотрим объективно сейчас, то надежда на Китай. Потому что вот, скорее всего, вот коммунистический Китай, они могут сюда прислать помощь. Потому что в Европе они даже европейским странам помощь не дают. Фактически Германия отказалась, Италия, выдавать те маски там, и там, аппараты для того, чтобы они закрыли как-то свои вопросы, потому что Германия опасается, что у них такое будет. То есть это абсолютный нонсенс, когда страны вроде Евросоюза, а странам Евросоюза, в том числе Италии, помогает именно коммунистический Китай, который все это дело, у него даже сейчас оно не остановилось, эти процессы, но тем не менее. То есть... Мы сейчас видим, как Куба начинает отправлять своих врачей в Китай. Куба, та страна, которая уже полвека, по-моему, живет просто в эмбарго экономическом, которая давит Соединенные Штаты просто со всех сторон. Даже эта страна своих врачей дает для того, и свои медикаменты, для того, чтобы хоть как-то решать эту проблему. То есть я думаю, что это вот хорошее наглядное пособие, что будет человечеством и кто будет помогать человечеству, если вот человечество столкнется с серьезной проблемой. И вот мы объективно видим это на практике, и это не хорошо и не плохо. Это, я думаю, объективная ситуация, и мы просто должны делать выводы. Добре. Дуже дякую, Дмитро, за цю розмову. А ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам сьогодні цікавого розкажуть. Топ-блогери України. На данный момент в Европе закрываются, отменяются мероприятия, большие собрания людей, школы, университеты, концерты, клубы. В некоторых странах, там, где больше 2000 людей, в некоторых, где больше 1000 людей собираются, в общем, все отменяется. В Германии отменяют ежегодные фестивали даже на открытом воздухе. И в Германии, и в Испании, и в Италии, и во Франции отменили обучение. В Германии только в некоторых школах. В Италии, как известно, общенациональный карантин. Но интересно даже не это. Какая ситуация вообще сейчас с распространением коронавируса? Если вы зайдете на сайт Министерства здравоохранения Италии, вы даже, возможно, не сразу поймете, что это сайт одной из главных европейских стран, экономически развитых стран, потому что кажется, что этот сайт создавал школьник на коленке на уроке информатики. И, возможно, когда вы зайдете, вот этот вот весь красивый голубо-розовый дизайн и реклама коронавируса не сразу подскажет вам и не сразу дадут понять то, что в этой стране объявлен общенациональный карантин. И именно в этой стране серьезное распространение этого вируса. На этом же сайте мы можем найти таблицу, статистику заболевших, выздоровевших, умерших на территории Италии. И как я вам и говорила, самое большое распространение коронавируса в Ломбардии, а именно там, где у нас Милан. И когда говорят о том, что коронавирус не настолько серьезен и страшен, и вообще надо забить на все, если вы хотите лететь, летите себе, пожалуйста, то посмотрите на вот эту таблицу. Есть общее количество заболевших, те, которые дали позитивный тест на коронавирус, есть количество умерших и есть количество полностью выздоровевших. Так вот, если вы
внимательно посмотрите, то в Ломбардии заболело всего 7280 человек. При этом на данный момент на лечении находится 5700 человек. И если вы посмотрите на количество полностью выздоровевших и умерших, то на самом деле будет немного странно и страшно. Потому что, например, в той же Ломбардии полностью выздоровели 900 человек, а умерло 600 человек. Интересная актуальная справка находится и на сайте Министерства здравоохранения Испании, где рассказывается не только количество заболевших по Европе, но и количество случаев на 100 тысяч человек. То есть это нам показывает скорость распространения этих случаев заболевания коронавирусом. Если мы составим определенный топ европейских стран, то получим на первом месте Италию, на втором Испанию, а на третьем и четвертом уже Францию и Германию. При этом распространение случаев на 100 тысяч населения, потому что все боялись, что китайцев очень много, их миллиард с чем-то, и распространение будет очень большое, но распространение в Китае 0,2 на 100 тысяч населения. При этом в Италии уже настоящая пандемия. За последние 14 дней на 100 тысяч населения 16,2 случаев заражения коронавирусом. В Испании это 4,5, а во Франции там, по-моему, 2 с чем-то. При этом в Европе пока что на первом месте по количеству умерших это Италия. Получается, процент умерших от заболевших это 4,6. И когда рассказывают, что это практически такой же грипп, то нет, это не совсем грипп. Поэтому абсолютно логично, что вирус, который распространяется с бешеной скоростью по Европе, вызвал панику у людей. Поэтому на данный момент мы можем наблюдать такую ситуацию в Европе. Сейчас мы с вами посмотрим, что сегодня происходит на главных площадях мира, на площадях, где на самом деле ежедневно проходят тысячи, возможно, сотни тысяч людей. Главная опустевшая страна - это, конечно же, Италия, потому что в Италии практически закрыли въезд и выезд из страны. Надо объяснять, куда тебе лететь, зачем тебе лететь. То есть там все нужно очень доказывать, если кому-то надо влететь и вылететь в Италию. И на данный момент мы можем посмотреть, что главные туристические достопримечательности это там Пьяцца Испания в Риме, это Пантеон в Риме, это площадь во Флоренции и, конечно же, Дуомо в Милане. Если посмотреть съемки с веб-камер, то мы увидим, что все пусто, где-то гуляют несколько человек по площадям, и видеть это достаточно непривычно и даже страшно. Конечно, можно даже пошутить по поводу того, что фонтан Треви в Риме, возле него никогда нельзя сфотографироваться, он никогда не бывает пуст. Некоторые особые любители Инстаграма встают даже в 5-6 утра к рассвету, чтобы пойти и сфотографироваться на фоне пустого фонтана Треви. А тут получается, что фонтан Треви совершенно опустел, и там вообще никого нет. Во Франции и в Испании с привычным европейским пофигизмом пока ничего не закрывают ни на въезд, ни на выезд. И мы видим действительно только то, что люди просто сами по своей инициативе отменяют поездки и опустели улицы и во Франции, опустели улицы в Испании, а это топ-3 страны, которые сейчас по уровню распространения коронавируса, но опустели не только улицы и площади, потому что сейчас происходит и настоящая истерия в супермаркетах. Если в Италии для того, чтобы купить продукты, люди становятся в очередь с тележками, и очередь эта тянется просто километр на улицу. По новостям показывают, что люди стоят в просто огромных очередях с тележками только для того, чтобы купить себе какие-то продукты. Тем временем во Франции и в Испании началась паника. Несмотря на то, что во Франции уже власть говорит, что запас еды есть, не надо нервничать, не надо переживать, во Франции просто опустошают все полки. Первое, зачем бегут люди, это продукты и вещи первой необходимости. Например, вот даже на одном испанском сайте есть список рекомендаций, что именно вам надо купить для того, чтобы в случае чего не выходить на улицу и у вас был запас еды. Раскупают, конечно же, туалетную бумагу, раскупают рис, крупы, муку в случае, если тебе придется просто что-то готовить. C'est un phénomène qui touche les supermarchés depuis quelques jours. Les rayons des produits non périssables sont pris d'assaut. Ну и, конечно же, раскупают воду. Если отойти от темы Европы, то даже распространяют видео о том, как за туалетную бумагу дерутся в супермаркетах Австралии. Non, toilette. Dans un autre magasin, ces deux femmes se battent pour obtenir le dernier paquet de papier toilette. Le rayon
Самое интересное то, что еще неделю назад никто ни на что не обращал внимания. Если вы были в аэропортах, а я была в аэропортах Европы, то вы бы, наверное, могли заметить, что никто не ходит в масках. Это было несколько человек, которые носили маски, все остальные кашляли, чихали вокруг. В самолете они тоже кашляли и чихали, и никого это не беспокоило. А теперь все побежали за закупкой риса и туалетной бумаги. Что я хотела рассказать в данном видео о ситуации в Европе? То, что на самом деле Европа далеко не идеальная. То, что на самом деле Китай смог это все ограничить, смог остановить и сейчас на данный момент контролировать. А вот Европа оказалась очень расхлябанной. Европа не смогла сделать ничего. Европа в свое время могла просто закрыть на время границы для того, чтобы уберечь и спасти своих граждан. А сейчас вынуждена все расхлебывать и вынуждена спасать ситуацию. Но почему карантин в Украине нужно было вводить? Потому что все-таки Европа, какая бы она ни была, сейчас в Италии катастрофическая ситуация с помещением людей в больнице, но у них есть больницы, у них есть врачи, у них есть все-таки система здравоохранения. В Украине это все отсутствует, и это очень плохо. В Украине отсутствует даже культура лечения. Со своей стороны, я просто хотела проинформировать о ситуации на данный момент в Европе, потому что я здесь нахожусь, и я вижу это своими глазами. Тут немає табу. Дмитро, дуже дякую тобі за те, що був у нас в програмі. Хоча, ну, не дивлячись на те, що є коронавірус, десь гуляє, я думаю, ми переживемо. Да. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами і не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.